Так намотал, даже запаха нет. Да. Сейчас посмотрим, что он нам тут. Тарелочку, да, наверное, большую надо взять. А, вот сейчас запах идет уже. Я хочу посмотреть. А, он еще в фольге. Смотри, Нуль, он мясо закрутил в фольгу. Вообще вкуснее было бы, если бы он мясо закрутил в лаваш. Но... Паритка. А люля из чего? Ну, люля вообще там... Нет, там курица, говядина. А, курица, говядина. А барашка где моя? Мне свою барашку искать надо, конечно. Где моя барашка? Где-то тут... Вот барашка, вот это барашка. Да, вот. Смотрите. Вот, я тебе сразу сказала, надо в тарелку было. Лаваша взял, сколько много. Ну это же бездрожжевой лаваш, Гарик. Ну это сиванский лаваш, он хороший вообще-то. Ты покушай, и по вкусу поймешь, насколько это все вкусно и хорошо. Это с бухты? Да. С бухты вкусно. Вкусно? Да. О, я сделал это. Потом с морозилки вытаскиваешь, сколько там? Ставишь и все. Отходит сам. Лучше в холодильнике. Ну ты раньше постоянно пёк чиабатту, сейчас что-то только по праздникам. Им расслабились? Я с ним согласен. Ну что, чего? Ну, говорит, типа, хороший у нас. Я мечтаю хороший. И барашку у него смело можешь заказывать. Барашка тоже вкусно. А с меня тоже он тарелку сделал, да? Нет, пальчики. Ребрышки. Тоже правильно. Все, прощай, диета называется, да? Ох, ну я кусочек. Тортик. Мы с Нулькой кусочек. Она поест кусочки. Все, садись, я выключаю. Зять у меня играет на гитаре. Это испанский, да, мотивы? Она хочет записывать. Но я записывать твое лицо не буду. Если ты против, я тебя, конечно, записывать не буду. Он тебе каждый день концерт устраивает на гитаре играть? Нет, когда... Да? Как желание поменяется. Зять у меня на гитаре играет. Довольно-таки неплохо. Гарик, что-нибудь современное забацай. Но он учился, да, он в армии, да, был в этом музыкальном. Ну, в музыкальной школе учился. А, и в школе музыкальной, да. Учился. И играет в школе на баяне, потом там гитара. Я помню. В оркестре еще там инструменты. Я помню, он говорил, в армии он играл в оркестре. В армии, в оркестре. Ну, а там уже на всем, что. Талантливый. Один хирург взять, один музыкант. Я люблю, когда под гитару играют, и когда поют под... А он поет под гитару? Он меня оставил. А я помню, вы спели. Что ты пела? Ты, по-моему, ДДТ. А, Любэ, да, Любэ пела. Гарик, иди сюда. Петь будем. Я тоже петь люблю. Я не могу петь, но я люблю петь. Не знаю. А так всегда. Всегда? Не, ну ты там это... У тебя там голос тоньше становится, у тебя получается. Я люблю. Гарик, пусть меня споет. А ну ты что-нибудь сыграй такое, наш мексиканец под мексиканскую мелодию. Петь точно не будет. Это
А какую ты любил пела? Про коня, да? Да, вот эту, да. Нет, это от чего-то красивее. А, нет, а ты... Безруков поет как-то. Гарик, ой, Безрукова что-то я нет, не воспринимаю. Ну, это любые вот песни. Поет, поет еще что-то. Олег, выключай это все. Мне так высоко. Это про коня, да? Нет, это не про коня. Это какой? А, это «Ты неси меня, река». А, вот это тоже красиво. Это любые поет? Да. Я уже ничего не помню. Да, мне это было. А, это ДДТ, знаешь, это про осень. Что так? Я думаю, осень уже тоже 100 лет не правда. Да, мне... Пару строчек помнишь? Да, мне вот ДДТ нравится больше, чем любые. Ну что, ты там настраиваешь или что? Я тоже сейчас подпевать. Мы хотим тут дуэтом спеть. Гарик, ну сыграй нам что-нибудь, чтоб мы попели. Ну это испанское что-то, да? Веры. У тебя есть эти? Тут же туфли специальные нужны, чтобы отбивать. Платье такое, как это у цыганки Сейры. И большой цветок такой. Красный, да. Ну что, лучше же гитаристы, гитаристы лучше испанцы, да, вот? А видишь, все быстро. Как же его зовут, этого гитариста? Ну, на слух подбирает, да? Слух хороший у него. Он подбирает, да. Песню берет, вот. Там он слушает, и я спою, он подбирает. А у тебя откуда такая любовь к пению? Я уже с камень в школе случилась. Да? Да. Я, Анюта. А фортепиано? Гриша, да. Мы все же учились. У меня 3 класса. Я не помню, но одна или нет, наверное, уже нет. А Нонка где сейчас? В Штатах? Да. Вот так получается, когда я в Москве, Нонка постоянно в Москве. Нет. 2 раза получалось, что я приезжала. Если встречалась? Ну, один раз встречалась, один раз не получилось. Нет, она не приезжала. Ну, во-первых, сейчас, наверное, нельзя. Да, сейчас. Мы, это самое, даже не знаю, как же там граница, честно говоря, не смотрела. Мы с ней разговаривали как-то по видео. Слушай, наверное, до Нового года. Я в прошлом году была, а Нонка, мы встречались у Анюты, Нонка приезжала к Анюте. А. В прошлом году. Я даже с ней тогда не встречалась. А не встречалась? Я давно уже ее не видела. Сестру увидим в 10 лет раз, если увидим. Но у нас далеко-далеко живет. Ну, мы по видео мы созвонились, мы были родители, с ней там поговорили, ну, вот, что в пандемии, она как-то все очень плохо, много увольнений с этого. Все боятся, конечно, сидят. Увольнение, да? Да. Сокращение штата. Ну да, сокращение. Ну, повсеместно, и у них в том числе. Ну, это говорил, что может тоже. А что, работы не будет, это сразу возвращается. Ну, пока. Ой, нужно показать Гарика этот. У него вот национальный музыкальный инструмент армянский. Это дудук, да? Дудук. Делается только с абрикосового дерева, да? Он еще и на дудуке играть может. А тяжело, да, на нем играть? Я тут раз хотела дуть. Там нужно сначала его смочить, чтобы он звук издавал. Очень тяжело играть. Вот, это... Ты неси меня, река, да? Другая. Ты не пой, ты играй, Инна петь будет, ладно. Я про дедук рассказываю.